biggest fight in the career of 36-year-old Deverell Williamson. Приветствую вас, друзья, в месте под названием Роман Плаза, Римская площадь, во дворце Цезаря. Но это не в Риме, это в Лас-Вегасе. Сегодня здесь интересные бои, и главный из них – это бой вот этого джентльмена по имени Деварел Вильямсон против Владимира Кличко. Конечно, у всех сейчас один вопрос на уме. Каким выйдет Владимир Кличко сейчас на ринг, что он сделает, что он покажет, потому что за этим вопросом кроется еще один. После двух тяжелых, сенсационных и совершенно нелогичных проигрышей Владимира Кличко всех интересует лишь одна тема. Не потерял ли он прежнюю остроту, сфокусированность и, самое главное, кураж? Почему именно в такой плоскости ставится эта проблема? Потому что ни для кого не секрет, что надежды на Владимира были колоссальными. И не только у нас, и в Германии, и в Украине. Речь шла о новом поколении и о новом гегемоне в супертяжелой весовой категории. И по своим физическим параметрам, по техническому оснащению, Владимир Кличко просто считался идеальным тяжелым. При его физической мощи, при его ударной мощи и при его, в общем, достаточно отточенной техники боя, казалось, в общем, ему не составит особого труда преодолеть вот те преграды, которые стоят перед ним. Ему давали еще пару лет при его-то молодости впереди и считал, что после этого равных ему уже не будет. Он сменит Ленокса Льюиса на посту лидера в супертяжелом дивизионе. Однако бокс есть бокс. Мы знаем, что не часто надежды, особенно в этой весовой категории, оправдываются. Джей Нейди, известный рефери. И, как я уже, наверное, однажды сказал, пожалуй, лучший рефери сейчас на ринге. Если кто сейчас и волнуется больше всех, то это, конечно, чемпион мира Виталий Кличко, старший брат. Кто такой Деварел Вильямс? Мы его знаем по одному бою, когда он проиграл Доминику Гвину, тому самому Гвину, которого американская пресса, как говорится, на безрыбье уже назначила будущим чемпионом мира. Доминик Гвин после этих авансов умудрился проиграть Монти Барретту. Кстати говоря, тому самому Монти Барретту, которого Владимир Кличко в свое время разобрал на части буквально. Вот видите, какая тут взаимосвязь интересная складывается. Итак, старый трюк телеканала Showtime. Ladies and gentlemen, we welcome you to the new Roman Plaza Amphitheater here at the home of champions, Caesar's Palace in Las Vegas, Nevada, as we present the featured bout of the evening, brought to you by Gary Shaw Productions in association with K2 Promotions, Warriors Boxing Promotions, Caesar's Palace, and Showtime.
Целых три промоторские компании организовали это мероприятие, и одна из них, K2, то есть два К, два Кличко. Это промоторская компания братьев Кличко, которые собираются, как бы там ни сложилась дальнейшая судьба их, дать возможность боксерам вот из наших краев заявить о себе там. На американской арене. Вообще похвальное намерение, хотя и очень сложно. Но вообще-то пора нам, я имею в виду российскому профессиональному боксу, иметь родных промоторов там за рубежом. All right, fans, here we go with the main event of the evening. 10 rounds of boxing and a heavyweight special attraction. Итак, друзья, главное событие сегодняшнего вечера. 10 раундов боя в супертяжелой весовой категории. Joining us around the world, live from Caesar's Palace in Las Vegas, Nevada, it's showtime. Ну, конечно. Introducing to you first on my left, he is fighting out of the blue corner, wearing navy blue trunks with silver trim, fighting out of Denver, Colorado, by way of our nation's capital, Washington, D.C. He weighed in at 218 pounds. His record stands at 20 wins, 2 losses, with 17 wins coming by way of knockout. Ladies and gentlemen, he is the former NABF heavyweight champion, ex-чемпион мира по версии NABF. В общем-то, это маленькая версия, это даже не мировой титул. Touch of Sleep Williamson. Деверилл Уильямсон. And his opponent across the ring on my right, fighting out of the red corner in this 10-round heavyweight special attraction, wearing red trunks with gold Стюарт trim, fighting out of Las Кличко. Vegas, Nevada, by way of Kiev, Ukraine. Экс-тренер Ленокса Льюиса, теперь работает с братьями. His record stands at 42 wins, 3 losses, with 39 big wins coming by way of 43 победы, 39 нокаутов, 3 поражения у Владимира Кличко. Ladies and gentlemen, please welcome the former WBO heavyweight champion of the world. Экс-чемпион мира по версии WBO Владимир Кличко. Once again, a referee in charge, Jay Nady, now to give instructions. 12 rounds of boxing schedule. Да, заговорился немножко Леннон. Конечно, не 12 раундов, а 10, по-моему, как было объявлено. Многие говорили о возвращении Владимира, но он ведь никуда не уходил. Он оставался даже после вот того скандального, непонятного, какого-то уж очень темного по причинам своим проигрыша. В последнем бою. Уильямсон боец очень неудобный. Разговор о том, что он безударный, безосновательный, потому что, ну, для начала он просто тяж. Это значит, что его удар весит очень много. Во-вторых, он достаточно опытный боксер. Владимир начинает с давления, с прессинга. Достаточно осмысленного. Видите, он немножко изменился. Уже нет этой вытянутой вверх стойки с прямой спиной. Он достаточно уверенно себя чувствует. Вот так, подсев чуть-чуть. При его-то росте
Это ничуть ему не мешает быть выше своего противника. И вот рисковать вот так вот ни к чему, потому что пропускать уже после тех пропущенных ударов, свидетелем которым мы были, ему сейчас никак нельзя. Пока что он выглядит достаточно агрессивно. Раньше за ним водилась такая немножко тягучая, что называется, дебютная партия. Долго-долго он разыгрывал в предыдущих боях. Сейчас он стал как будто бы немножко более сфокусирован, что называется. Но Уильямсон, понятное дело, знает, что ему нужно сейчас не пропустить. Вот и все. Все, что требуется. Затянуть Владимира. Длинный, тягучий, вязкий бой. Там могут шансы появиться. Уильямсон боя не ведет пока что. Его право. Тут, понятное дело, советовать можно каждому одно и то же. Вначале здесь нужно разбивать защиту противника ударами лев. Наверное, у Владимира, пожалуй, сейчас самый лучший джеб вообще во всем дивизионе. Вот как он его может использовать, мы сейчас увидим. Most important thing, keep the pressure on him and keep fending him a lot. Продолжай прессинг, говорит Стюарт Владимиру. Поддавливай. И не все время на голову. И иногда удары в туловище должны следовать. Eventually, after all exchanges, shoot the jab after you finish up, okay? It's a good fight. Стюарт и Виталий в углу. Володя. Ну, в общем, совет простой, но достаточно эффективный, если он будет так действовать. Потому что действительно слишком уж так заряжен на атаку в голову Владимир. Легче перевести после нескольких попаданий в туловище атаку на голову. Володя владеет этой классической техникой дальнего боя. Кстати сказать, не все, даже очень хорошие бойцы там в Америке умеют это делать. Это надо это использовать. Уильямсон, пожалуй, частотой один удар в две минуты ведет бой, если это вообще можно назвать бой. Только когда Владимир подходит на дистанцию удара, тот просто автоматически отмахивается. Но это ничего не значит. Попал ударом справа Владимир. Отпусти его, отпусти его. Джей Неди с трудом отрывает Уильямсона от Владимира. И вот сейчас нужна атака в туловище. Не так уж откровенно выцеливать в голову. Move, 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 move.
Вильямсон будет сейчас вдвойне внимателен. И так в силовой манере его сломать, наверное, будет сложно. Нет, нет, нет. Это не то, что требуется. Я слышу голос Виталия из угла. Он тоже недоволен. Тут легче нужно действовать. И по высоте. Стоп, стоп. Не нужно списывать со счетов Вильямса. You ain't doing what you're supposed to be doing, you hear me? Your back's standing straight up, man. You want to compete at this level, man, you got to do the right thing. You hear me, see? Yeah. Snap out of it, you hear me? Get low, man. This guy's breathing out of his mouth already. Get low and coiled up and do what you're supposed to do. You hear me? Yeah. No more stupid mistakes. You step straight up and he's coming at you. Не нужно никаких глупых ошибок. Что ты столбом стоишь перед ним? Нужны уклоны, нужно смещаться по фронту. Так говорят Вильямсону в углу. И, в общем, совершенно справедливо. Боксер этот, говорил Вильямс. Все, подсел вниз. И сейчас Володе будет уже труднее. Потому что из этой позиции Вильямсон способен вести встречный бой. И если со стороны Владимира не будет вот такого однообразия в действии, вот только тогда он может его снова выпрямить. И погнать по кругу. Пока что осторожно, Вильямс пытается. Посмотрите. Удар-то тяжелый у Владимира. Он уже второй раз его выдерживает. Двигайся, двигайся, кричат Вильямсону. Он и так двигается. Что ему еще остается? Но стоит только несколько раз промахнуться по нему, стоит только ошибиться, он способен сгруппироваться и навязать бой в среднюю дистанцию. И мало, мало ударов туловища все-таки. Снять защиту с Вильямсона очень сложно, если так все время метить в голову. Три атаки в туловище. Заметили? Вильямсон. Володе не стоит опускать левую руку. Потому что наверняка он... Вильямсон этого и добивается. Достаточно безопасная атака с уклоном. Вправо. Стоп! Стоп! Don't muscle, don't muscle, like a wrestle. Box. Time! Thank you.
Джейн Эдди спасибо сказал за то, что бойцы повели себя дисциплинированно. Не пришлось ему вмешиваться после гонки. Определенное однообразие в действиях Владимира просматривается. Нужно, конечно, действовать, что называется, по высоте. Good fight. The most important punch is the left jab. And then you start adding more and more and more to it. More right hands to the body. Okay, guys, let's go. Действовать надо умно, говорит Стюарт, и самое главное твое оружие в этом бою – это левый удар, джеб. Но в этом раунде нужны удары в туловище, как можно чаще, справа. Правильно. Пока что Вильямсон боя не принимает, ускользает, гоняться за ним. В общем, что называется, себе дороже, потому что пустая трата сил. Ну, как вам это нравится? Единственный ответный выстрел говорила Вильямсона, и Володя оказался на поле. Пошел сумбур какой-то, непонятно. Здесь очень важно сейчас не втягиваться в этот сумбур. Потому что там-то Вильямсон ориентируется очень хорошо. Здесь нужна дисциплина, нужна собранность, хладнокровие. Нужно выстроить снова всю вот эту схему, по которой Владимир действовал первые два раунда. Way too soon. Box. No. Где этот жесткий левый, где этот стоппинг, которым Владимир как бы в совершенстве владеет? Что не так уж просто, этот говорил Вильямсон. И с чутьем у него все в порядке. Он почувствовал момент, почувствовал, когда можно взорваться. Последние секунды четвертого раунда. Нужна левая рука, нужен настойчивый долбеж слева. Травма у Володи. We got knocked down with one of those punches where you threw the right hand and you was out of balance. So don't worry, take it easy. Don't get excited. You're getting too excited. You understand? Не заводись, говорит Эммануэль Стюарт. You didn't get hit with a normal right hand. Не обращай внимания. Это нормальная ситуация. Легкий нокдаун в бою. Just work your jab now, okay? Get back to working your jab and take your time. И возвращайся к прежней манере. Ну вот мы об этом тоже говорили. Нужен джеб. Нужны атаки левой.
great attributes of Lennox Lewis. He never fought. И самый главный совет, который дал Эммануэль Стюр, не заводись. Вот это очень важно. Нервы в кулак, нужна собранность и четкие прицельные действия. Больше ничего. Все это у Володи есть. Он умеет это делать. Поистине репутация боксера бежит впереди него. В свое время забыть не могу, как Маклайн, это колоссальная черная машина, как он панически боялся Владимира. Но вот после падений все решили, что ничего страшного. Можно вполне действовать и действовать нахально против Владимира Кличко. Это очень важный психологический момент. Перелом в отношении к боксеру со стороны, так сказать, широкой боксерской общественности. Есть такое американское словечко «beatable», то есть человек, которого можно побить. Вот такое отношение к Володе сейчас существует, и его надо ломать. И по-прежнему, только на голову атаки. Я часто вот с удивлением обращал внимание, что братья при колоссальном росте, длине рук, хорошей координации и скорости очень редко бьют встречный удар. Ну, какой-то был, видно, недостаток подготовки. А это страшное оружие. Умение нанести опережающий удар, особенно справа с высоты роста. Давайте вспомним кое-кого из специалистов по этой части. Того же Лемешева, если помнишь. Напряженный ром. That's a big one. Yeah, you can't handle it. Oh. No, you can handle it. Come on. No, no, no. It's... No, that's... Yeah, let's go. What's that? That's a big one. Here we go. Let me get that. Where's the towel? Give me a towel. Here we go. Towel, here we go. Нет, не смогут они, наверное, заклеить это. Вы знаете, что в углу Катман, то есть тот, кто лечит вот эти рассечения, может пользоваться очень ограниченным набором средств, в частности, раствором адреналина. Залепить небольшую ссадину или рассечение можно. Это был удар головой, и сейчас до истечения, кстати, четвертого раунда, все обращаются к карточкам судей, как они вели. Поскольку был удар головой, Вильямсон не понимает, Джейнайди ему разъясняет снова и снова. И вот сейчас все в руках судей. И это самый неприятный момент вот в бою или после боя. Для боксера это очень неприятные и тревожные минуты. Потому что ты уже не хозяин над тем, что происходит в ринге. Твою судьбу
решают другие люди. И люди разные, кстати говоря. Драматичный момент, конечно. И, в общем-то, полагаю, что не должно быть сомнений, кто в этом случае победитель. Но даже, я думаю, даже если Володю объявят победителем, не думаю, что он будет рад такой победе. Но сейчас надо быть готовым к тому, что любой бой последующий будет тяжелее и тяжелее. Владимир Кличко сейчас эдакий раздражитель для целой когорты тяжеловесов. That she stopped the fight because it was down to the bone on the forehead of Klitschko, and she recommended to Jay Nady that the fight be stopped. Да, именно доктор Маргарет Гудман потребовала от рефери, чтобы тот остановил, а вернее сказать, рекомендовала, чтобы Джей остановил бой. Thank you for your time. We appreciate it. That's the story, Steve. We'll now wait for the decision from Jimmy Lennon. Kind of. Нам остается ждать официального объявления. Мы видели уже этот повтор, вот, видите. И тут трудно определить виновника этого столкновения, потому что оба шли друг другу навстречу. И это как раз тот самый момент, который больше всего беспокоит любого рефери. Да. В общем, прямо скажем, несчастный случай. Время прошло немного, раундов совсем немного. И что там считают судьи, мне довольно трудно понять. Итак, все ясно. Два раунда Уильямсон боя вообще не вел. Number five, Vladimir Klitschko is a recipient of an unintentional headbutt. A referee in charge, Jay Nady, stops the contest upon advice of the ringside physician. According to unified rules, we then go to the scorecard since the fight went more than four rounds. And after five rounds of action, we have a split decision. Да, друзья мои, оказывается, разногласия судей. Chuck Jompa scores about 49-46 in favor of Vladimir Klitschko. После пяти неполных раундов, вот такой интересный расклад. To 47 in favor of Devero Williamson. Judge at ringside, Jerry Roth scores about 49-46 in favor of the split technical decision winner, Vladimir Klitschko. Да. С разногласием судей победу присуждается Владимиру Кличко. Ну что, здесь нужно просто подавить в себе эмоции, разочарование и просто продолжать делать то, что ты умеешь делать лучше всего. Я думаю, не стоит расстраиваться. Сейчас возвращение будет трудно, но вполне возможно, потому что по своему потенциалу Владимир все-таки один из лучших тяжеловесов в мире. Я хочу попрощаться с вами на этом.